Старейшая библиотека города, давно превратившаяся в культурный и интеллектуальный центр региона, отмечает 158-ю годовщину с момента основания. Мероприятие, посвященное празднованию столь внушительной даты, стало еще и подведением итогов года литературы, в течение которого библиотека провела огромное количество мероприятий. Вначале было слово сказано в самой главной книге. В моей детской книжке в коротком стихотворении я писал: «Внук мой сказал свое первое слово». Можно подумать, ну что здесь такого? А первое слово на множество лет людям открыло весь белый свет. То есть библиотека – это светоч разума, это вместилище душ, скажем так, и читательских, и писательских. 2 января 1958 года библиотека впервые открыла свои двери. Тогда в фонде хранилось чуть более 1000 наименований книг. Это 2500 экземпляров, 4300 периодических изданий, газет и журналов. За первый год работы библиотеку посетили 3500 человек. Сегодня в фонде более 1,5 миллиона документов, и число посетителей за минувший год достигло 685 000 человек. Книга – это история, это память в первую очередь. Не хотим же мы стать Иванами, не помнящими родства совсем. Я думаю, информационные технологии бумажной книги нисколько не мешают, они только дополняют ее. Но есть целый пласт читателей у нас, которые вообще отдают предпочтение только бумажной книге, шуршанию страниц, шрифтам различным. Знаете, здесь вот еще показательно такое направление работы, как реставрация и консервация книжных памятников. У нас ведь единственный в регионе центр консервации. Кроме того, в рамках торжественного мероприятия библиотеку поздравили деятели литературы и искусства, а сами сотрудники наградили своих постоянных читателей.